Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» прибыл в центр судоремонта «Звездочка». Корабелам «Звездочки» предстоит восстановить техническую готовность крейсера. Все работы займут около 3 лет, сообщают в пресс-службе предприятия. Подводный крейсер «Тула» уже ремонтировался на «Звездочке» в 2006 году. Вернуть корабль в строй Северного флота предполагается в 2017 году. Поморье объявлен конкурс сочинений «Кто он? Неизвестный солдат». Принять участие в творческих состязаниях могут ученики 5-11 классов, а также воспитанники патриотических клубов. Отправить работу можно до 10 февраля 2015 года в печатном или электронном формате на адрес patriotcentr@yandex.ru с пометкой «Неизвестный солдат» или доставить лично по адресу Троицкий, 118. Машины с новогодними подарками северян для детей едут в Донбасс. В сборе подарков приняли участие общественные организации, образовательные учреждения, представители регионального правительства, силовых структур, многие неравнодушные северяне. Сопровождать груз и вручать подарки от жителей Поморья будет архангельский Дед Мороз, директор спортивного фонда «Согласия» Владислав Жгилев. 11 хоккеистам хоккейного клуба «Водник» приказом министра спорта Российской Федерации Виталия Мутко присвоено звание «Мастер спорта России». Решение принято по итогам выступления архангельской команды в чемпионате России по хоккею с мячом в сезоне 2013-2014 годов.